Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. И сразу расскажем, какая погода нас ожидает сегодня. Сегодня в Карачаево-Черкесии с прояснениями. Местами осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью в отдельных районах сильные. Ветер южный 6-11 метров в секунду. В горах порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Местами до 28. Температура воздуха ночью минус 3 плюс 2 градуса. Днем 2-7 тепла. Местами воздух прогреется до 16 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица. В Черкесске ночью мокрый снег и дождь. Днем без существенных осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1 плюс 1, днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 15. Какие работы и мероприятия, приуроченные к столетию Карачаево-Черкесии, проводятся Республиканским государственным музеем? Какие сейчас проходят выставки онлайн и как в целом музей работает во время пандемии? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Бели Джазаевой ответит директор историко-культурного и природного музея-заповедника Хаджимурат Эльканов. Доброе утро всем. Доброе утро, Хаджимурат. Доброе утро. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Музей наш республиканский – это эпицентр культурных событий, культурных мероприятий. И все мы знаем, что скоро столетие Карачаево-Черкесии. Скажите, какие выставки, мероприятия, что вы проводите вот в честь этого события? Спасибо за приглашение было. У нас, скажем так, очень сильные знаковые выставки открылись в этом году. И в самом начале хотел бы сказать слова благодарности. Спасибо нашему руководству, Министерству культуры, за то, что доверили нашему музею такой сложный и в то же время ответственный процесс, такие мероприятия, выставки с такими сильными названиями, как «100 лет государственности Карачаево-Черкесской республики». Мы его открыли в картинной галерее, и вместе с этой выставкой сразу же параллельно открыли выставку «Культурное наследие народов Карачаево-Черкесии». Mm-hmm. Также вот сегодня у нас очень бурно идут работы по археологии. Всего 3 выставки, приуроченные к этой дате, тоже в картинной галерее, в одном из залов мы открываем выставку под названием «Культура средневековой Алании на территории современной Карачаево-Черкесии». Помимо этого, у нас еще каталог, фотокаталог. Угу. Он примерно будет, наверное, страниц 128-130. «Вековой путь от автономии к республике». Большой труд. Да, большой труд. И хочу в то же время выразить слова благодарности своим сотрудникам, работникам, коллегам в это непростое время, во время пандемии. Все онлайн, да, Хаджимурат? Все онлайн, да, все онлайн. Я думаю, мы на следующий год тоже оставим эти выставки, может, до середины года, чтобы, очень надеюсь, наш зритель начнет к нам ходить, чтобы они могли уже и вживую посмотреть эти выставки. А вот в режиме вот этого, того, что происходит сейчас в пандемию, как музей работает вообще? Музей работает очень активно. У нас более 1 миллиона пользователей, которые в интернет-сети зашли на наши интернет-ресурсы. Это ВКонтакте, это Одноклассники, это сайт музея, конечно же, это Инстаграм, страничка ведется. У нас около 5, скажем так, разных рубрик, посвященных тем или иным предметам, музейным фондам. И работа ведется активно. Сейчас мы также работаем над виртуальными экскурсиями, чтобы... А вы об этом говорили, помните? Да. Уже мы на финишной прямой. Осталось буквально несколько штрихов. И я думаю, уже в ближайшее время наши граждане, как КЧР, так и всей страны России, могут увидеть наши коллекции. А у нас действительно есть чем гордиться. Вот кроме того, что люди не заходят в музей, все происходит. Да, музей живет, да, музей живет, работа в музее кипит. Единственное, конечно, нам не хватает наших зрителей. Ну, будем надеяться, что это все временно.
Очень, конечно, будем надеяться. Конечно. Скорее всего, так и будет. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Я желаю вам успеха в вашем нелегком труде. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Наш информационный эфир продолжит вещание на карачаевском языке в 9 часов. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк».